Итак, снова здравствуйте, дорогие телезрители. Сейчас мы находимся вот у памятника казакам Тихого Дона. Это Гришка Мелехов. Перед вами типичная казачка. Да, это вот Валентина Николаевна, наш администратор. Сейчас мы поднимемся к самому непосредственно памятнику и разглядим его. А потом я вам покажу его с ракурса квадрокоптера. Подниму сейчас. Запущу. Вот конь. И на нем сидит Гришка из произведения Шолохова «Тихий Дон». Давайте-ка сюда. В детстве, честно признаюсь вам, я его боялся, когда малюсеньким был, потому что для меня это была слишком большая скульптура. Вот наша Валентина Николаевна там внизу рассуждает. Вот. Гришка с конем. Оп. Ну, теперь давайте-ка спустимся, запустим квадрокоптер и... Я вам покажу, собственно. Вот он. Казакам Тихого Дона. Давайте-ка запустим квадрокоптер. Bye.